Под него Ислач, Мила Мичунович, второй этаж даже не стал обозначать так. Остался на ногах, вновь Мичунович, хорош серп. Олег Потоцкий налево. Игорь Зюлев набирает скорость, можно отдавать центр. Никита Букаткин свои услуги предлагает. Комаровский удар, можно добивать, и Мичунович 1-0. 0-1. Ислач. Ислач забивает гол. Мила Мичунович первый мяч в составе футбольного клуба Ислач. Что-то демонстрирует он своим фанатам. Не буду я комментировать, что изображено на майке. Мне кажется, что-то таким политическим или историческим по текстам, кому как угодно. Не знаю, видите ли вы это. Получит он сейчас желтую карточку и получает ее. По всей видимости, Мила Мичунович еще не успела ознакомиться с правилами высшей лиги чемпионата Беларуси. Поэтому...